Здравствуйте, добрый день, уважаемые болельщики и любители хоккея. Мы начинаем трансляцию с товарищеского матча между уфимским Салаватом Юлаевым и екатеринбургским Авто. Ответ юлаевцев. Пименов под силовой попал, тут же поднимается сразу. Продолжает прессинговать. Баранов. Ну и не зря Пименов старался, бросок, гол! Илья Баранов с кистей из круга вбрасывания, точнёхонько в девятку, кладет шайбу. И Кадейкин бросает, Кадейкин противоход голкиперу. Рядом со штангой пролетает шайба. Жарков, Кадейкин. Шикарно разбирается Кадейкин с Леонидом Фоминым. И вторую шайбу в своем матче забрасывают юлаевцы. Гранун, Кларсен, Сошников. Гранунда и бросает, Кларсен попадает. Филипп снимает паутинку. Филипп Ларсен с девятки. На ворот Леонид Фомина. И 3-4. Вплотную. Развернулся. Ушел от преследования Ивана Сушинского. И гол! Сравнивает счет хоккеисты Салавата. Алексей Пустозеров. Поздравления партнеров принимает. И счет становится равным. Сошников, Хартиканин, гол! 5-4! Юлаевцы все с ног на голову перевернули за минуту. И вот уже они впереди. Там лезвие конька, по-моему, у Севастьянова отлетело. Никак не может он до скамейки добраться. Поднялся вот с льда и большим трудом добрался до скамейки. Бросок, еще один, и гол! Илья Баранов подставил клюшку после наброса Кирилла Цулыгина. И счет 6-4 становится. Мы поздравляем юлаевцев с красивой и волевой победой. Классно!